Стэн Чон, ты на связи? Уивер, да. Тебя плохо слышно, сигнал прерывается. Потому что я в пещере. Я удивлен, что вообще связь есть. Эй, я знаю, где можно взять MP3-плеер. Да ну, и где? Я был в лагере в муниципальном колледже, когда на него напали фрики. Колледж? Тот, что на востоке? Рядом с 97-й трассой? Да, он самый. Дом бойцов утконоса или как бишь его. Короче, когда мы отступали, я бросил там все вещи, в том числе и плеер. Черт, мне надо идти. Сообщи, как будешь на месте. Конец связи. Ага, ладно, будет сделано. Черт! Ага, к нему! Прикрываю! Есть уже! О'Брайен! О'Брайен, ответь! Я знаю, что ты на этом канале. Сэн-Джон, я думал, больше тебя не услышу. Рация не работала? Я ее выключил. Слушай, мне нужна помощь. Я слушаю. Моя жена, та женщина, которую я искал. Я помню. Я ее нашел, О'Брайен. Она жива. Это невероятно! Это же, каковы шансы? Это сейчас не важно. Я ее нашел, она жива. Но ее держат у себя ополченцы. Те, про которых ты говорил. Сочувствую. Да нахрена мне твое сочувствие? Мне помощь нужна. Ее держат там, куда я не могу. Помоги мне ее освободить. Ты же знаешь, я не могу. Хотя подожди. Ладно. Но сначала сделай кое-что для нас. Говори, я на все согласен. Только рацию не выключай, и я с тобой свяжусь. Ладно, О'Брайен. О'Брайен! А, черт! Намат, ты меня слышишь? О'Брайен, и где ты, блин, пропадал? Я скинул тебе координаты. Встретимся там. Конец связи. О'Брайен! Какой же ты ублюдок! Мародеры, отлично! Одного потеряли! Зацепила! Заряжаю, заряжаю! Сент-Джон, говорит полковник Карнт. Прием. Да, сэр. Капрал, хорошо. Да, в наших рядах нашелся еще один предатель. Шпион работал на анархистов. Анархисты? Пять. Да, ты помнишь. Он сбежал, и мы не успели призвать его к ответу. Он отправился на север, и наш патруль его потерял. Я отметил на карте место, где его в последний раз видели. Он нужен нам живым, Капрал. Надо узнать, что он тут делал, сколько знает, чего хочет его группа. Да, сэр, я постараюсь. Как всегда. Как всегда. Свободен. Вызывает Lost Lake. Прием. Да, Рики, говори. Рики, Бухарь, вы меня слышите? Дикон вызывает лагерь Lost Lake. Просто хочу узнать, что еще Эдди нужно. Она... Черт, Рики, я не знаю. Майк вроде сказал. Бухарь, Рики. Задаем жару, Бухарь. Задаем жару.
Убийцы и воры, все до одного! Сколько вы за сегодня уже прикончили? Убийца! Спокойной ночи. Очень добрый. Ну, ты меня понял. Эй, сколько уже у тебя никого не было, а? Мои ребята, ну, готовы поделиться. Правда, мальчики? Выходи, давай. Есть. Бегай, скоро добегаешься. Боеприпасы кончаются. Надо спалить оставшиеся гнезда. Уивер, я на месте. Сен-Жон, ага, отлично. Слушай, я был расквартирован в такой типа палатке. Она стояла в самом центре лагеря. Так. Ну, а можно еще каких-нибудь деталей? Эти бараки все на вид одинаковые. Ага, сейчас.
дороге! Так тебе! То, что надо. Пригодится. Ничего ужасного. Порядок. И топливо. То, что надо. Порядок. Лагеря чебенцев. Вот козлы. Думаете, можно напасть на меня, и вам ничего не будет? Так, вот это вполне похоже на болото. Посмотрим. Цикута. Ага, вижу. А черт, она была права. Крикуны. А черт, зараженные вороны. Они не отстанут. Надо сжечь их гнезда. И вот тут еще. Цикута, цикута. Мне нужна цикута. Нужно еще.
Надо еще нарвать. Надо найти еще. Этого хватит. Вот так. Ну вот, порядок. Thank you.
Ну, так чего ты от меня хочешь, О'Брайен? Знать, что твоя жена выжила. Да, да, говори уже. Я тебе объяснял, что фрики мутируют. И некоторые быстрее других. Ага. Мы нацепили на одного маячок, чтобы следить за ним, иногда ловить и брать анализ крови. Ну, наблюдать за вирусом. Ясно, а я вам зачем? Он забрел на территорию ополченцев. А, круто. Нам до него не добраться. Да, там не полетаешь. Повсюду РПГ. Ну да. Это чё? Как найдешь его, сделай кое-что для нас. Тут есть все, что нужно, чтобы сделать биопсию. Нам нужны образцы крови и тканей. Сможешь? Да уж разберусь. Кстати, классная форма, Капрал. Тебе идет? Отсоси. Датчика слежения идет от горы Скотт. Там есть пещера. У экземпляра, который ты ищешь, очень быстрый метаболизм. Мы считаем, он направился туда. Нужно будет еще кое-что проверить. Мы послали туда пеший отряд. Они не вернулись. Просто сообщи, если найдешь. Здесь остались те, кто их ждал. Что еще ты можешь мне рассказать про этого фрика? У нас нет ответов на все вопросы. Нам известно только, что зараженные мутируют. Это скачок через миллионы лет эволюции. Мы считаем, что они общаются друг с другом посредством феромонов, как муравьи, пчелы и другие. Знаешь, по мне, так ты несешь какой-то бред. Верь во что хочешь. Увидишь нашего подопытного, сам поймешь. Конец связи. О'Брайен, я у пещеры, захожу внутрь. Вы как там, готовы? Да, ждем сигнала. Да чтоб тебе. Что там? Так, дерьмо. Тут все засрали фрики. А ты не в курсе, кто прикончил твоих людей? Я там на Орду не нарвусь. Наши люди просто ушли и не вернулись. Но если ты найдешь их, мы будем очень благодарны. А, ну да, это, конечно, меняет дело. Ну да, я понял, понял. Сейчас будем разбираться. О'Брайен, сколько тут ваших должно быть? Сколько у тебя пропало? Четверо. Четверо? Специалисты и три солдата. А меня ты нахрена сюда отправил? Специалист Купер. Мой близкий друг. Поможешь мне с этим, и я постараюсь помочь тебе. Конец связи. О'Брайен, пока я тут выслеживаю твоего фрика, давай-ка ты еще немного побубнишь. Расскажи мне про вирус, что-то, чего я не знаю. Вероятность заражения при контакте с вирусом близка к 100%. В первой неделе погибли почти все, кто был моложе 12. Видимо, неполовозрелость как-то повлияла на иммунную реакцию.
Почти все старше 60 тоже умерли. Организм не смог вынести быструю мутацию на клеточном уровне. У всех остальных, кто заразится, начинают мутировать гены. Но дело в том, что вирус мутирует по экспоненте. Да, ты это уже говорил. Что это значит? Это значит, что зараженный фрик, которого ты ищешь, не похож на других. Мы выявили более 12 мутаций. 12? Да, и это только начало. Ты не поверишь, чего мы насмотрелись. Да нет, я-то как раз поверю. Конец связи. Снаряжение Неро. Значит, он пошел туда. Может, сюда? Что это было? Он погиб на месте. У Брайан, я нашел еще одного из ваших. На плашке Х.С. Паттерсон. Ясно. Спасибо, что сообщил. Ты не спросил, у Брайан. Что не спросил? Жив он или нет? Он не выходил на связь 12 часов. Они все молчат уже 12 часов. Такие вопросы уже излишни. Спасибо, что помогаешь. Конец связи. Как мне до него добраться? Может быть, вниз? Ага. Вижу одного. Даже не понял, что произошло. О, Брайан, я добрался до твоего бойца. Да, он мертв. На плашке фамилия Эрнандес. Как он умер? А я чё, доктор? Откуда мне знать? Кто-то его разорвал на части. Этот фрик, за которым я иду. Может, ты мне чего сказать забыл? Сказал все, что знаю. Конец связи.
еще один фаер. Вот это последний. Тебя убило. Ты опомниться не успел. О, Брайан, я нашел еще одного. Тут написано, его звали Робинсон. Ясно. Спасибо. Я сообщу его родным. О, так у вас там и родные есть. Вывозили семьи, пока всех вокруг жрали заживо. Я не собираюсь извиняться за то, что мне повезло. Больше, чем другим. Некоторые из нас вывезли семьи. Не все, но кто-то. Это просто прекрасно. Я так рад за вас. Мы об этом не просим. Так, не нравится мне это. О, черт. Что тут произошло? Вот и последний. О, Брайан, я нашел последнего. На значке Купер. Нет, нет! О, Господи! Погоди, он живой! Сейчас! Эй, Купер! Купер! Эй! Эй, эй, эй! Тихо ты! Слушай сюда! Мы тебя вытащим, ты понял? Купер! Купер, прием! Не вышло! Все полегли! Давай! О, Боже! Что там происходит? Купер! Ноги перебиты! Сейчас! Ждите! Я вышлю к вам людей! Нет! Мой костюм поврежден. Я не выжил. Дайте мне джем. Позовите Чен, быстро! Купер, кто это с тобой сделал? Рассказывай. Он быстрый. Я опомниться не успел. То есть это что, был фрикан? Спринтер. Спринтер. Купер! Купер, это ты? Да? Я здесь! Я тебя слышу! Я думал, больше не услышу. Гоп! Слушай меня! Мы тебя оттуда вытащим! Ты слышишь? Гоп! Гоп! Джен, я так... Гоп! Гоп! Нет! Выслите меня! Уведите ее! Он умер. Понял тебя. Конец связи. Спринтер. Дело убрать, рассказывай. Ребята из лаборатории назвали его Спринтером. Спринтером? Я не понял, в каком смысле? В таком, что он быстрый. Мы замеряли, он разгоняется до 40 миль в час. 40? Господи. И он сильный. Может, лучше отступить? Нет уж нахер, никуда я не отступлю. Это не твоя битва. Теперь моя. На спринтере должен быть датчик слежения. Забери его. Он поможет нам тебя вывести. Что? Как? Как, О'Брайен? У нас есть тепловизоры. Мы можем отслеживать Орду. Бери! О, Боже. О.
Нахрена я в это ввязался? О, Брайан, взял я твои образцы. Сент-Джон, уходи! Что? Беги оттуда быстро! Орда идет! О, да он издевается! Черт, они приближаются! Так, добить этих козлов. Тебе уже не понадобится. Заберу-ка.
один трофей. Ну ты и сволочь. Ты выбрался? Да, большое тебе спасибо. Передаю координаты. Конец связи. О, Брайан, за эту дрянь погибли четверо. Надеюсь, не зря. Ты сам себя слышишь? Это мои люди! И не надо мне говорить! Знаешь, ты летаешь над одищем на вертушке, а потом тихонечко уползаешь. Куда там? В свой уютный бункер? Или что там у тебя за нора? Ты не знаешь, каково нам здесь. Чего стоит тут выжить? О, да все эти люди, Купер и прочие, не знали, что их ждет. А ты знал? Ведь знал? А? Ты знал? Свяжись со мной, когда вас с женой надо будет забирать. Может, в этот раз ты ее не бросишь. Патруль отщепенцев, чтоб вас! Это поправимо. Порядок. На что-то сгодится. Предупреждаем, с мотоциклом он управляется хорошо, но у нас одним из лучших. Если упустишь его, уже не поймаешь. Это мы посмотрим. Конец связи. Ладно, где? Я на верном пути. Майк, полковник, я его обнаружил. Ну что? Вряд ли ты так просто сдашься. Скотина! Ты куда? Все равно не уйдешь! Не упусти его, Дик. Не упусти его, Дик.
черт! Нет! Как дела, приятель? Похоже, денек у тебя вышел сумбурный. Прямо как ты любишь, да? Живым ты меня не возьмешь. В общем, уже считай, взял. Хотя живым или нет, мне до лампочки. Чертовы анархисты. Полковник, я его взял. Передаю вам координаты. Отлично, капрал. Это поправимо. Не бросай меня, сестра! Нормально. Не бросай меня! Нет! Не смей меня тут бросать! Тут же фрики! Черт! Орда! Конечно. И как я должен тут пробраться? Наверняка это там, на футбольном поле. Свежее мясо.
Полковник, это Сент-Джон. Патруль забрал пленника? Забрал. К несчастью, нет. Когда они подъехали, он был мертв. Что? Мертв? Яд. Он как-то принял яд. Как именно, непонятно. О, сожалею, сэр. Не стоит. Все, что он знал о нас, умерло вместе с ним. Да, сэр, конец связи. Патронов мало. Убили! Убили! Давно я стоял перед вами и скорбел о гибели капитана Хименеса, нашего единственного врача и моего близкого друга. И ради какой великой цели погиб капитан Хименес? Чтобы один наркоман, жалкое ничтожество, а не человек, смог ширнуться. Хименес погиб, потому что встал между наркоманом и сумкой с препаратами. Я предпринял меры, чтобы такого не повторилось. Ради их же безопасности я переместил лейтенантов Уивера и Уитакер в ковчег, где они будут находиться под охраной 24 часа в сутки. Все, кто обладает специализированными знаниями и навыками, незаменимыми навыками, механики, инженеры, ученые, медперсонал, будут переведены на посты в ковчеге до окончания войны. Отныне в ковчег будут пускать только тех, кто выполняет особые задания, и только при условии, что я лично дал добро. Никаких исключений. Я начинаю понимать, что наш враг, к сожалению, вовсе не фрики.
Они не ведают, что творят. Человечество во всем его упадничестве и грехе. Вот кто наш враг. Приглядывайте за своими соседями. Зло окружает нас. Все свободны. Okay.